Всем добрый день. Сегодня работаем на улице Современников 2. Будем делать замер балкона. Балкон вот такой вот угловой. Это уже готовый. Значит, специфика этих балконов заключается в том, что конструкция балконов всех этажей, она как бы цельная. Идет вот, начиная со второго этажа до 17-го. Суть в том, что для установки балкона мы можем только снять верхние и нижние части заполнения между стойками, но не можем демонтировать вертикальные стойки. И получается, балкон немножко утоплен в сторону квартиры. Но это получается цельная конструкция, теплая и герметичная. Вот. Если убирать нижнюю часть, то получается вот такой вариант. То есть нижняя часть сохраняется, конструкция идет от пола до потолка. Вот. И визуально, вот этот балкон, визуально верхняя часть тоже немножко утоплена. Вот, собственно, и все. Можно делать и полностью, чтобы было видно, нижняя и верхняя часть, можно делать только верхнюю часть. Есть еще вариант сделать кладку внутри и поставить на кладку верхнюю часть балкона. Вот, как-то так.